Город добрых сказок. Тема парада колясок, который за 3 года стал неотъемлемым атрибутом дня рождения Иванова. В парке собрались 35 команд молодых родителей, которые в течение нескольких дней придумывали образ себе и своим чадам. Гущины сегодня морские обитатели. Папа Посейдон, Катюша Русалочка. Я очень люблю дельфинов. Честно говоря, у меня дома их очень много, и я поэтому хотела сделать именно на дельфинах. Это сделано все из картона и обклеено самоклейкой. Все своими руками, костюмы тоже, все своими руками. Самый распространенный образ сегодня – мой Дадыр. Несколько команд превратили детские коляски в этого сказочного персонажа. В каждой обязательно сидит чумазый малыш. Это Емеля-мобиль. Маленький хозяин транспортного средства еще не разговаривает, но уже участвует в конкурсе. Его мама и бабушка ради праздника мастерили короб из сэндвич-панелей. День города – это праздник, конечно, для всего нашего народа. Люди веселятся, радуются. И, в общем, я думаю, что для всех счастье хорошо. В этой коляске 5-месячная Маша. Сегодня она Золушка. Так решили ее родители. На бал в парк она приехала на карете из тыквы. Хотя девочке ближе образ спящей красавицы. Малышка безмятежно спит. Решил участвовать жена. Я, честно говоря, и не думал, что что-то у нас получится. Она так загорелась. И пошли в магазин, все купили и сделали. Перед многочисленными зрителями каждая команда устраивает дефиле, показывает во всех деталях результат своей работы. Эту коляску Анна и ее муж обшивали тканью, чтобы получился Змей Горыныч, как в мультфильме. У нас сын зовут Илья, поэтому, соответственно, сразу у нас идея Илья Муромец. В последнем мультфильме про трех героев Илья Муромец летает на Змей Горыныч. Вот он. Такого неожиданного красного цвета. Вот. И, естественно, у Ильи Муромца были родственники. Вот наша сестра нарисовалась. Из года в год команд становится все больше. И кажется, что верят в сказку и хотят воплотить ее в жизнь не только дети, но и взрослые. Мария Авдеева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.